Покуда, как в сказке, и это волшебство заставляет приют поверить в лучшее. Ну вот и настал день, который должен был быть, и о котором мы уже упоминали ранее. Волонтер Людмила Чернецкая остается сама в селе вместе со своими животными. Дочечка Кристина уезжает работать. На какой срок, пока неизвестно. Долги по дому просто запредельные. Кажется, что женщины должны всему миру. Пообнимались перед дорожкой. Много собак, как говорится, не бывает. Но погода в дорогу оказалась хорошей. Хоть тут не подвела. После сильных морозов погода сегодня, как в сказке. На улице плюс, солнце светит, на душе становится немного теплее. Хотя и понимаешь, что это только январь, и впереди еще будут холода. Но все же хочется верить во что-то хорошее, ведь оно должно быть у нас. Обязательно должно. Не может быть, чтобы постоянно все было плохо. Мои девочки наигрались и зашли в дом. Когда на них смотришь, забываешь обо всем. Они придают силы, и ты понимаешь, что надо идти дальше, говорит это волонтер про Стафочку Лизу и овчарку Лайзу. Дай Бог, чтобы с этого светлого дня началась новая, светлая глава в жизни домашнего мини-приюта Людмилы Чернецкой, его жителей и его хозяйки. Счастья и здоровья вам, ребята!